Грибоедов сказал, что врут календари. А наш календарь не врет. Гроза в августе, к долгой осени. И точно. 25 августа у нас была сильная гроза. Осень долгая, почти сухая. Таких сильных дождей нет. Так что наш календарь прав. Сегодня 26 сентября, по народному календарю Корнилий. Считается, что с этого дня растения не растут в земле. Корнилий святой, из земли корешки долой. Корень земли не растет, а зябнет. Вот собираем морковь. А репу надо собирать завтра. Завтра воздвиженье. Воздвиженье жди, так репу рви. Вот. Мы уже собирали репу. Вот такая репка. Очень полезно. Можно салат с морковкой, с яблоками. Полезно. Вот морковка есть, репа есть. Делаем салатик. Можно добавить листочки горчицы.